Весь этот джаз. Так порой говорят про наш безумный мир. А в этом джазе правят девушки. Программа «В джазе только девушки» всегда на радио «Шансон 24» по четвергам. «В джазе только девушки». Да, дорогие друзья, это программа «В джазе только девушки». И сегодня я, Александр Фрумин, с удовольствием приглашаю вас к прослушиванию музыки прекрасной половины человечества. Начинать будем, конечно, с замечательной Любови Успенской. Как всегда, пойдем по мосту времени. Затем будут совершенно новые песни и совершенно новые люди. Во-первых, будет Ильч Оля. Она наша дебютантка, и о ней я буду рассказывать особо. Затем уже известная для вас певица с русского севера, наша северная королева Елена Бакурова. Естественно, я певиц новых представляю в эфире совершенно не зря, поскольку они совсем скоро появятся на съемочной площадке студии «Ночной такси» в Санкт-Петербурге, и совершенно естественно я всегда рассказываю о гостях наших фильмов-концертов, а затем вы уже понимаете, какую музыку вы услышите, сможете все это посмотреть на нашем телеканале на YouTube. Кстати, как и всегда, выходя в прямой эфир, а работаю для вас три прямых эфира, обычно бывает чаще, но вообще по графику три, четверг, пятницу и субботу еженедельно, я всегда сообщаю, конечно, статистику YouTube. Вот по сегодняшнему вечеру более 34 миллионов и 479 тысяч наших уникальных зрителей. Это те, кто посмотрели продукцию телеканала «Ночной такси» на YouTube, начиная с 15 ноября 2010 года. На YouTube мы работаем 7-й год. Вот такое количество людей смотрит нас. Что немаловажно, конечно, для меня, для продюсера канала, это, конечно, посещаемость и ее стабильный рост в сутки не менее 50 тысяч человек, что касается месяца, не менее 950 тысяч человек. Ну и, кстати, конечно, я не могу не скрывать своей радости относительно посещаемости нашей потоковой интернет-радиостанции «Радио Шансон 24». Мы установили систему «Кастер» для того, чтобы точно понимать, сколько вас к нам подключается, к нашему IP, поскольку радиостанция организована по другому принципу, она не персональное радио, когда мы заключаем договор с каким-то сайтом, с каким-то хостом, мы просто даем туда сигнал с нашей площадки. Это действительно абсолютно независимый IP-поток, так же как FM-сигнал любой радиостанции в обычном аналоговом эфире, и к нему уже, к этому потоку, могут подключаться различные пользователи и, соответственно, ретранслировать этот сигнал с нашего IP. И вот я могу сказать, что Кастер показывает сейчас уже даже до 250 человек в час. Представляете, да, сколько это за 24 часа и сколько это за месяц? То есть я могу с гордостью сказать, что мы имеем аудиторию радиостанции «Шансон 24» на 7-м году ее существования в интернете никак не менее 120-130 тысяч слушателей в течение месяца, конечно, месяца, не в сутки, это не YouTube, конечно, вот, но на самом деле все равно это очень-очень много, и я очень этому, конечно же, рад. И еще один очень важный показатель для меня. Очень важно, конечно, что огромное количество радиохостингов, которые располагаются в Рунете, то есть промышленных, профессиональных серверных групп, которые принимают сигнал, ставят плагины радиостанции, ретранслируют потоки, выбирают нас. С первыми 10 договаривались мы сами. Это правда, мы договаривались. Дальше уже этот IP узнали, мы его не скрываем, и поэтому сигнал берут и ретранслируют на своих серверах сами. Вот на сегодняшний день чуть менее 100 точек приема и ретрансляции, соответственно, для пользователей со всего мира находится в Рунете. Ну, почему в Рунете? Потому что действительно эти пользователи могут прийти, конечно, откуда угодно, то есть слушатели, говоря обычным языком, а что касается серверных групп, то они рунетовские, потому что, конечно, это те люди, которые занимаются здесь, как правило, размещением баннера обменной рекламы, они, собственно, и зарабатывают на том денежки, что имеют сайты, которые кому-то нужны, но сайты представляют из себя, в первую очередь, конечно, сервера. Профессиональные, подчеркиваю, и на самом деле весьма мощные, они принимают не только наш поток, они берут эти потоки сотнями. Но что для меня очень важно, что выбирают наш, и проверьте мои слова, каждый, кто сейчас нас слушает или смотрит, наберите «Шансон 24» в любой из поисковых машин. Вот на сегодняшний вечер около 100.
точек, которые ретранслируют наш сигнал в Рунете и делают его абсолютно бесплатно, конечно же, для пользователей, доступным тем, кто интересуется музыкой настоящего шансона по-русски. Ну, такая преамбула, и, конечно, приступаем, собственно, к музыке. Женская программа предусматривает «Мост времен», как и практически все программы студии «Ночное такси», которые делаются для радио «Шансон-24». Конечно же, замечательная Любовь Успенская. Самый первый ее альбом, записанный в Нью-Йорке в студии московского джазового музыканта Игоря Ехилевича, записанный с Михаилом Шуфутинским в качестве продюсера и руководителя оркестра «Атаман». Альбом под названием «Единственный любимый» был записан и издан в 1984 году. «Мой звездный тополиный сад» — шедевр. Моя душа упала в снег, и этот белый снег растаял. Ты стал мне вдруг дороже всех. Ах, этот снег, и целый мир твоя улыбка, и целый мир твоя улыбка. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза, мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза. А ливень падает в траву, тот легкий светлый след смывая. А я одним тобой живу, тобой живу. И об одном лишь я мечтаю, и об одном лишь я мечтаю. Забудь про все и будь со мной весной и летом и зимою. И белый тополиный снег пусть тебе напомнит обо мне. Забудь про все и будь со мной весной и летом и зимою. И белый тополиный снег пусть тебе напомнит обо мне. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза. Мой звездный тополиный сад мне каждой ночью снова снится. Хочу вернуть тебя назад наяву. Со мной твои глаза. Мой звездный тополиный сад.
В джазе только девушки. Да, дорогие друзья, действительно, в джазе только девушки, так называется эта программа на радио «Шансон-24», и эта программа, кстати, у нас организуется в эфире с ноября прошлого, 2016 года. Программа создана студией «Ночное такси» специально для того, чтобы можно было серьезно и достойно рассказывать о тех женщинах, прекрасных участницах наших фильмов. И в первую очередь, конечно, фильма одноименного с этой программой. Фильма, который носит название «В джазе только девушки». Фильма, который вот уже пятый год, начиная с весны 2013 года, мы производим для вас на телеканале «Ночное такси» на YouTube. Я рад огромному количеству просмотров и на сами части, на эпизоды фильма, и, конечно же, на отдельные видеоролики, на которые, естественно, всегда каждая картина, нами говоря, простым языком разрезается, а правильным языком рекомпилируется. Много смотрят, и я очень рад тому, что это действительно интересно нашей аудитории, поскольку фильм под названием «В джазе только девушки» уникален именно этим. Это единственная, наверное, лента, которая производится вообще на российской музыкальной эстраде, совсем не только в шансоне, которая полностью агрегатирует только женское пение. Подчеркиваю, здесь нету никаких сексистских, абсолютно мужских требований, то есть речь не о том, чтобы это были обязательно молодые, там, длинноногие, там, не знаю, каким-то соответствующим параметрам, я не знаю, там, жены Дональда Трампа. Женщины, самое главное, что это женщины, которые сочиняют, поют, творят и могут сделать действительно по-настоящему искреннюю, хорошую русскую песню. Это единственный критерий. И я очень рад тому, что этих женщин все больше и больше. Я очень рад тому, что женщины приходят каждый год в эту картину. И в этом году съемка фильма «В джазе только девушки», как и всегда, пройдет осенью. Но вот в этом году она будет в октябре. Я надеюсь, что мы сможем показать вам очень много хорошей женской песни. И, конечно же, подчеркиваю, та программа, которую вы сейчас слушаете, была создана специально именно в поддержку этой картины. Специально, чтобы весь год, программа выходит два раза в месяц, два четверга в месяц, мы всегда показывали только женские хорошие песни на радио «Шансон-24» в этом эфирном часе. Ну, естественно, представляли тех женщин, что придут к нам для участия в нашем осеннем фильме. Но, подчеркиваю, речь идет не только о том, что мы показываем тех прекрасных дам, которые придут к нам в октябре на съемки, собственно, фильма «В джазе только девушки», мы, конечно, показываем и тех женщин, которые приходят и в другие наши картины. И сегодня, конечно же, после еще одной песни в исполнении Любови Успенской, я начну вас знакомить именно с совершенно новой исполнительницей. Ну, а что касается Любови Успенской, то я поставлю песню, которую она петь не хотела. Она не хотела ее петь, о чем мне, собственно говоря, говорил и Михаил Шуфутинский, продюсер этого альбома, и сама Люба говорила тоже, благо я и с Мишей, и с ней знаком более четверти века. Ну, на самом деле, получилось все равно здорово. Песня вообще, конечно, от женского лица. Михаил Шуфутинский нашел ее на кассете в исполнении, правда, Аркадия Северна. Аркадий Северна, кстати, от женского лица, в общем, петь не боялся, и у него здорово это получалось. Люба сопротивлялась решительно, как говорил мне Михаил Захарович, но в итоге не пожалела о том, что эта композиция была записана. «Прости меня, мама». Мамочка, мама, прости, дорогая, что дочку-воровку на свет родила. С вором ходила, вора любила, он воровал, воровала и я. С вором ходила, вора любила, вор воровал, воровала и я. Темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Ах, вор оторвался, а я не успела. И в уголовку забрали меня. Вор оторвался, а я не успела.
успела, и в уголовку забрали меня. Пытал меня мусор, крыса позорная, рассказывай сухо, с кем в деле была. А я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя. А я отвечала гордо и смело: это душевная рана моя. Мамочка, мама, увидишь ты вора, скажешь ему: я в тюрьме умерла. С вором ходила, вора любила. Гуляй, мой парнишка, не выдам тебя. С вором ходила, вора любила. Гуляй, мой хороший, не выдам тебя. Мамочка, мама, прости, дорогая, что дочку-воровку на свет родила. С вором ходила, вора любила, он воровал, воровала и я. С вором ходила, вора любила, вора воровал, воровала и я. В джазе только девушки. Да, дорогие друзья, действительно, в джазе только девушки. Именно такое название носит программа, которая сейчас идет для вас в эфире радиостанции «Шансон-24». В записи все это на телеканале «Ночное такси» на YouTube. Итак, наша дебютантка Ильч Ольга, Москва. Ильч Оля, вот именно так она просит ее называть, начиная с Ильч, а не с имени. Автор-исполнитель из Москвы. Она закончила ГИТИС по специальности актер драматического театра и кино. Работала моделью, кстати. Кроме всего прочего, конечно же, певица. Пишет сама стихи, книги и книги для детей. Как говорит она сама, чуть-чуть для взрослых. Как поэт-песенник, исполнитель, работает в различных музыкальных стилях. Ее интересует авторская дворовая песня, поп-рок, джаз, регги, соул, романсы, даже духовная лирика и этническая песня. Чтобы вы поняли, с чем сейчас встретитесь в эфире нашей радиостанции, я предлагаю поставить композицию Ольги, которая носит название «Любовь-13». Кстати, я считаю, что это совершенно однозначно композиция, которая должна обязательно уйти в народ, невзирая на некоторую эпатажность, собственно говоря, темы, не слишком ли рано «Любовь в 13», но жизнь как жизнь. Слушаем. Может быть по взрослому в 13 лет. Кто-то скажет:
джазе только девушки. Да, дорогие друзья, это Ильч Оля, это автор из Москвы, и вот такая вот композиция «Любовь-13» прозвучала сейчас в нашем эфире. Надо сказать о том, что Ольга любит эстрадный шансон, шансон по-русски, музыка для души, самое любимое направление, сообщила она мне. До этого, 2017 года, Ольга выступала только автором песен, писала песни в стилистике шансона, истории писала для своих друзей, но эти песни сама не исполняла. Так как она была увлечена еще и, в первую очередь, написанием книг. Но, тем не менее, все ее песни в итоге в ее собственном исполнении были записаны в студии в разное время. Правда, они попали в сеть и образовались сразу в большом количестве сборников шансона. Еще одна композиция в исполнении Ильч Ольги. Композиция носит название «След». Оставил. В джазе только девушки. Вот так интересно получилось. Не пела Ильч Оля своих песен, а в 2017-м, недавно, в первом году начала, и все это получается у нее, что называется, очень и очень прилично, и по нарастающей. И вот, продолжая эту тему, тему относительно того, стоит ли петь самой или стоит ли отдавать друзьям, Ольга решила все-таки петь свои песни сама. Подчеркиваю, именно только в этом году. То есть мы с вами присутствуем как раз в самом начале ее песенного пути, хотя, подчеркиваю, песни, конечно, многие были созданы гораздо раньше. Работу над альбомом
альбомами ее вдохновил аранжировщик и продюсер Дмитрий Шевелев. В настоящее время Ольга под его руководством работает в студии, записывает песни для своего дебютного альбома, издание которого намечено на осень текущего 2017 года. Песни, которые прозвучат сегодня, вот то самое, что мы слушаем, еще одна песня для вас сейчас будет представлена, это как раз композиции из будущей программы. Аранжировки, напомню, выполнены Дмитрием Шевелевым. Ильич Оля выступает в Москве, выступает на Чистых прудах, на Арбате, выступает на Дубровке, выступает на молодежных фестивалях. Счастливо, что может спеть свои песни для людей. Выпуск альбома планируется поддержать созданием нового сайта. Сейчас, я так понимаю, что этот сайт находится в разработке. В планах также подготовка и большой сольной концертной программы. Ольга планирует запуск масштабного проекта с проведением концертов в разных городах России. Ну и что касается финала сегодняшнего дебюта на нашей радиостанции «Ильич Оля», я решил в финале представления ее песен поставить композицию по имени «Достучусь до неба». Только девушки.
Да, дорогие друзья, так называется наша программа. И, надо сказать, особо, что Ильч Ольга будет у нас дебютировать на сцене в Санкт-Петербурге совсем скоро, 24 апреля, состоится 22-й ежегодный фестиваль памяти Аркадия Северного в Питере. Ольга впервые для себя будет работать на этом фестивале, будет работать на сцене крупнейшего питерского концертного клуба А2, где соберется, вот на сегодняшний день мы точно знаем, 36 музыкантов, и будет записываться порядка 70 песен. Такая вот мощная очень будет работа, и Ольга будет в очень и очень хорошей компании. Что касается финала программы, то я с большим удовольствием представлю вам песню в исполнении Елены Бакуровой, как мы ее называем, нашей северной королевы. Девушка появилась у нас на съемочной площадке впервые в 2013 году. Самые первые ее песни были записаны на видеостудии «Ночное такси», и я очень рад тому, что за этот период были изданы еще даже два ее компакт-диска. Вспоминаем Елену Бакурову, трек Аркадий уже подготовил. Конечно же, песня Аркадия Северного «Скрипач», которая была записана у нас с нашей аранжировкой и включена в альбом золотой серии, в самый-самый первый том. Жив один скрипач, молод и горяч, ласковый, порывистый, как ветер. И в любви горя отдал он себя той, которой лучше нет на свете. Скажи о ней, о любви моей, может быть, она ко мне вернется. В каждой жизни есть стремление выше, в каждом сердце радость есть и плач. Воскресенье на Она ко мне вернется.
она ко мне вернется. Джази, только девушки. Надо особо сказать, что Елена Бакурова неоднократно принимала участие в фильмах-концертах наших. И, конечно же, что очень важно, что она работала не только в фильмах в джазе «Только девушки», но и, конечно же, в ежегодном фестивале памяти Аркадия Северного. В 2015 году, совсем недавно, чуть менее к сегодняшнему дню, 2 лет назад, мы проводили фестиваль памяти Аркадия Северного в крупнейшем питерском концертном зале, в Большом концертном зале «Октябрьский». 3700 мест, одна из старейших вообще концертных площадок Санкт-Петербурга. И я был очень рад тому, что Лена приняла участие в этой нашей большой акции. Подчеркиваю, это был 20-й ежегодный фестиваль памяти Аркадия Северного. И нам даже удалось, за что я благодарю дирекцию Октябрьского, сделать все день в день. Скажу для тех, кто не знает, что самый первый фестиваль памяти Аркадия Северного мы делали 12 апреля 1995 года. Делали его в маленьком, уютном питерском театре эстрады на Конюшиной. И на самом деле зал тоже был полон, но там был зал едва на 500 мест, БКЗ Октябрьский, понимаете, во сколько раз больше. И вот нам удалось как раз юбилейный 20-й фестиваль провести ровно день в день, то есть 12 апреля 1995 года мы начали, и 12 апреля 2015 года мы работали в БКЗ. Хорошее было мероприятие, и хорошая компания была у Елены Бакуровой, поскольку была с нами Виктория Цыганова вместе с супругом, давнишние наши друзья, они приехали, был Сергей Трофимов, был Слава Медяник, Михаил Шелик, братья Жемчужные, Татьяна Тишинская, Владимир Асмолов, группа «Ля минор», которая тоже, в общем, появилась уже не вчера и тоже, кстати, с нашего эфира стартовала в большую жизнь. Это было уже 15 лет назад, в 2002 году. Вот в такой хорошей компании оказалась архангельская певица Елена Бакурова. Все это есть на видео. Все это, конечно, можно посмотреть на телеканале «Ночное такси» на YouTube. Собственно, показываю еще одну песню в Лениновом исполнении. И на финал приготовлю еще одну тоже. Сейчас, конечно, я поставлю «Осень Петербурга». Также у нас композиция была записана в прошлом, в 2016 году, для инкорпорации Лениных песен в первый том золотой серии Аркадия Северного, который мы сделали осенью на компакт-дисках в прошлом году. Издание свежее, в общем-то, совсем. И, что немаловажно, так это то, что это акустический альбом соло для двух гитар, который нами официально издавался впервые. До этого он был только в агрегации на дисках формата MP3 в 2004 году, а вот такой полноценный, нормальный компакт-диск с хорошей реставрацией звуков, все это, конечно, было впервые. Специально для этого альбома были записаны две песни из репертуара Аркадия Северного. Записаны они были, подчеркиваю, в нашей студии с нашим аранжировщиком Арменом Оганесяном. Получилось все здорово. Вот мы послушали с вами «Скрипача», а сейчас «Осень Петербурга», песня, которую очень любил Аркадий Северный. Он написал к ней музыку сам вместе с музыкантами ансамбля «Химик», когда все это происходило в 1978 году, а стихи написал его друг Владимир Раменский. Вот, собственно, «Осень Петербурга» в исполнении Елены Бакуровой в нашем эфире. Петербурга зеркальные стекла моет мелкий порывистый дождь. Вся Россия слезами промокла, и отсюда бежит кто-то прочь. Вся Россия слезами промокла, и отсюда бежит кто-то прочь. Променял кто-то русскую землю на каштаны парижских полей. Петербург под дождем будто дремлет, но дождь все сильней и сильней. Петербург под дождем будто дремлет, но дождь все сильней и сильней. Дождь смывает кровавые пятна, что оставлены нынешним днем. Жизнь стала теперь и непонятной, и неясно, куда мы идем. Жизнь стала теперь и непонятной, и неясно.
ясно, куда мы идем. Во дворцах сотворенных Растрелли можно видеть казармы солдат. Этим летом и птицы не пели, будто время промчалось назад. Этим летом и птицы не пели, будто время промчалось назад. Всюду лежат, и чугунная смята ограда, страшно бросить на все это взгляд. И чугунная смята ограда, страшно бросить на все это взгляд. Петербург, словно с пьянки побитый, спит кошмарным, измученным сном. Но страницы истории открыты, и грядущее видится в нем. Но страницы истории открыты, и грядущее видится в нем. Париж не поеду, не сбегу от житейских невзгод. И всегда сохраняю надежду, город смоет и слезы, и пот. И всегда сохраняю надежду, город смоет и слезы, и пот. В джазе только девушки. Да, дорогие друзья, в этом году Елена Бакурова примет участие в фильме «Родина». Все это будет происходить 29 мая у нас в Санкт-Петербурге. Она запишет в этой картине композицию по имени «Память русской земли», над которой сейчас и работает. Ну и что касается финала, то я поставлю в эфир после обычной справочной информации композицию «Не отдавай дождю». Это заглавная песня альбома прошлогоднего, образца 2016 года. Эта песня была записана, кстати, нами и на видео в картине «Джазе только девушки» в шестом выпуске. И эта композиция собрала на YouTube чуть менее 2000 просмотров вот к сегодняшнему дню. Ну, а каждый просмотр на YouTube, как вы понимаете, это отдельный IP-адрес, то есть смело можно утверждать, что это отдельный зритель, поскольку вторые клики, так устроен ютубовский статистический сервис, он не запоминает. Ну и, конечно же, обычная справочная информация, каковой всегда завершается программа «В джазе только девушки». Эта программа выходит всегда в эфир нашей радиостанции «Шансон 24» два раза в месяц по четвергам. Это всегда, соответственно, вторая и четвертая неделя месяца. И, конечно же, я в 60-минутном формате этой программы рассказываю вам только о женской музыке. О женской музыке во времени. Начинаем всегда с музыки, что называется, сквозь время прошедшей, и приходим к самой-самой свежей музыке, к нашим современницам. И, конечно же, отдельно и особо представляем тех певиц, тех женщин-авторов, которые выступают в наших картинах. И, в первую очередь, конечно, в картине «Джазе только девушки», именно в поддержку этого фильма, который мы снимаем в октябре каждого года, собственно, и создана нашей редакцией та программа, которую вы сейчас слушаете. И, конечно же, я прощаюсь со слушателями программы «Джаз только девушки» совсем ненадолго, ну, естественно, до соответствующей недели этого месяца. Всегда, подчеркиваю, это будет четвертая неделя. И также со слушателями программы под названием «Стартовая площадка» прощаюсь совсем ненадолго, то есть до завтра. И завтра мы с Аркадием Александровичем, конечно же, вновь выйдем в эфир радио «Шансон 24» и появимся на телеканале «Ночной такси» на YouTube. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание, а моего младшего сына Аркадия Фрумина за прекрасную работу за пультом. Ну, а в финале «Не отдавай дождю» от Елены Бакуровой. Зимы, и что листья с дерева облетели еще вчера, догорели и стали серыми,
незаслуженным, лишь за то, что мы не послушали небеса, тихо стали лужами отлетавшие облака. Никуда нам не деться, видимо, от того, что мы не увидели, как на наших ладонях линии тихо переплелись в одну. Не уходи, подожди, что из того, что дожди, плачут опять который день подряд. Время уходит, пускай, ты только не отпускай. Руку мою не отдавай дождю, не уходи. Джаз. Так порой говорят про наш безумный мир. А в этом джазе правят девушки. Программа «В джазе только девушки» всегда на радио «Шансон 24» по четвергам. В джазе только девушки.